Гуси, привет. Я там вам водички подальше поставил. И там трава повкуснее. Пойдем? Пойдем покажу, где это, короче. Давайте за мной. Или передо мной. В общем, идем. Трактор едет. Большой. Типа кировца, короче, только не кировец. Сейчас покажу вам трактор. Может, подскажете, что это, короче, за трактор такой. Похож на кировец, но это не кировец. Сейчас поближе подъедет. Гуси, не бойтесь. Вон я вам воды поставил. Вот такой вот трактор, кто знает, что это такое, типа кировца, но не кировец. Да, странная штуковина. И он еще новенький, как будто сейчас такой делает. Гуси, идем искать, где я вам воды поставил. Пойдем воды поищем. Вон, там ведро есть, короче, с водой. Погнали туда. Пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Вон ведро с водой, видите? Видишь, гусь, ведро с водой? Давай, короче, трактор проехал, не бойся. Вон ведро с водой, вот, я тебя направляю. Красавчик. Молодцы, нашли вообще красавчики. Молодцы. Справились, короче. Все, можете вот здесь тусоваться, я вам разрешаю. Угу. Это ваша новая геолокация, короче. Да-да-да. Вот водичка, гусь. Куда ты? Ну ладно, мы прерываем свой репортаж, мне надо с гусями пообщаться, короче. Сейчас я гусю расскажу, где у него раки зимуют. Гусь, вон водичку я вам поставил. Давай, давай.